Дорогие друзья, с каждым днем приходят новые и новые новости о том, что происходит здесь у нас в Украине, по всему миру. И эти новости зачастую запускают в сердце наше большое-большое переживание. Для многих это страх неизвестности, что происходит у нас с передвижением в стране, какие автобусы ехать, каких не ехать, можно ли переезжать, можно ли собираться. А курс валюты для многих это очень важная тема. Друзья, я хочу, чтобы вы имели надежду на Бога. 90-й псалом говорит нам о том, что человек, который находится под Божьим покровом, он там находится и имеет свой шалом. И, дорогие друзья, если вы собираетесь в магазин, либо в аптеку, и знаете, что вокруг вас есть те пожилые люди, которым, может быть, стыдно попросить вас о помощи, постучите, позвоните, скажите, что вы собираетесь в аптеку, либо в магазин. Сделайте малое дело. Малое дело помочь ближнему, малое дело спросить. Сделайте это своим сердцем, чтобы помочь тем, кто, возможно, не способен себе помочь в данную минуту. Поддержите их не только финансово, не только помощью, но и молитвой. Молитвой, которая очень важна на сегодняшнее время. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И надеюсь, что вы не стали этой жертвой. Жертвой страха, переживаний, какого-то кошмарного, может быть, состояния. Друзья, у нас есть Бог, который из ничего своим словом создал весь мир. И Он дал нам это слово, что уповающий на Него не постыдится. Это слово сегодня к нам. Мы не постыдимся, потому что с нами Бог, но мы будем также ответственны за то, что мы делаем. Просьба, поддержите тех людей, которые не способны пойти в магазин, либо в аптеку, либо позвоните тем, кто давно, с кем вы давно не общались. Поговорите с ними, дайте им слово надежды и молитву. Пускай Бог благословит вас.